В Акмолинской области арестовали водителя, прокатившего полицейского на капоте своей машины. Инцидент произошел в селе Жаксы Жаксынского района. Мужчину остановили за нарушение правил дорожного движения. Он, как выяснилось, в ходе проверки управлял транспортом без водительского удостоверения. Но как только стражи порядка выписали водителю штраф, он попытался скрыться, но сделать это ему не удалось. Один из полицейских перекрыл дорогу, запрыгнул на капот и проехал так несколько метров. В это время его напарникам удалось вытащить мужчину из машины и надеть на него наручники. К слову, при задержании водитель сопротивлялся. За неповиновение представителям власти ему может грозить тюремное заключение до 3 лет. Возбуждено досудебное производство по статье 380 «Оказание сопротивления представителю власти». В данное время данный гражданин находится под арестом. Также в процессе было установлено, что данный водитель был в 2015 году лишен водительского удостоверения. В 2017 году привлекался под статье Уголовного кодекса Республики Казахстан за вождение транспортным средством без водительского удостоверения.